огурец, напоследок, это бланк, это грифотоновский гибрид. По типу идет директор. То есть, если знаете огурец директора, по форме, по размеру плода, по размеру куста, даже по размеру листа, это его тяжело отличить теплица директора. Но он более урожайный. У него плоды формируются гроздями. Сейчас вам покажу. То есть пазухи формируются гроздями, в одной пазухе по 4-5 огурцов формируются. Устойчив к заболеваниям, к понижению температуры, устойчив даже при отсутствии или может, каких-то поломках с отопительной системой. Скажу, уже было на практике, что пару дней может даже не топиться зимой. Отходит немножко, конечно, смотрите, формирую, получается, и огурец идет репродуктивный, то есть в момент, когда растение уже перешло через шпалеру, это 2 метра, и начинает стареть, начинают сохнуть листки, то при работе там, нужными препаратами его можно, скажем так, регенерировать, то есть по-новому можно его запустить, как бы открывается второе дыхание, растение по-новому выпускает пасынки и начинает снизу плодоношение. То есть, вот вы видите, да, по 5, по 6, по 6 огурцов формируются в пазухе. При 1200 кустах в теплице, теплица 5 соток. 4800 вот на данный момент хозяйство убрало урожая. 1200 растений на 5 соток. 4200. И еще выбирают, как через день еще выборки продолжаются. Сейчас чуть поменьше, потому что погодные условия. В этом году вообще, в принципе, сложно было с огурцом. По закрытому рынку. Есть вопросы по семенам? Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.